господа, товарищи, мы ведем прямую трансляцию из дворца Ее Величества Королевы Серенити. Сегодня здесь проходит бал, который Ее Величество считает балом тысячелетия. Ну, тысячелетие покажет. Встречайте! Ее Величество Королева Серенити со своей величественной королевской дочерью. Со дня тысячелетия уборки после прошлого бала приглашаются небесные тела Солнечной системы. Открывают парад тела, особо приближенные к Ее Величеству, прошедшие с ней огонь, воду и другие нелепые ситуации. На праздничном марше перед вами планеты. Меркурий. Марс. Венера, Юпитер. Они глупо улыбаются, трясут юбками и ведут себя подобающим светским дамам образом. Ура, товарищи! Ура! А сейчас на праздничном марше планеты, не особо приближенные к Ее Величеству, совершившие с ней куда меньше глупостей. Они воплощают здравый смысл, уверенность, харизму и трясут юбками. Уран! Нептун! Плутон! И хватит! Ну, наконец, и Сатурн! Ура, товарищи! Ура! Ее Величество Королева Серенити объявляет королевской... Что? Балет? Пинг-понг, бобслей, синхронное плавание. А, объявляется королевское, броуновское движение. Национальный лунный танец. Броуновски двигаются все. Но что это? Что это за звуки? Чью-то карету эвакуируют на штраф карет стоянку? Кто-то вставил железные кости в корсет? Это я, Металлия. Вы забыли меня пригласить, а я пришла. Эй, зачем вы выключили свет? Девочки, я тоже хочу глупо улыбаться и трясти юбками. Я два месяца.